Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Кравцов Сергей. И это краткий экскурс по психотипу и стероиду. Внешне эти люди, как правило, очень сильно выделяются из толпы. Забегая вперед, скажу, что в фазе взросления и стероидные черты развиваются, как правило, компенсационными процессами психики. Для стероида очень важно быть в центре внимания всегда. Чтобы вы лучше представили себе, как выглядят стероиды, специально для вас я собрал некоторые фрагменты с YouTube. Приятного просмотра! Зацените нормальные мужские руки. Почувствуйте ярость базук. Да. Жанна, зачем ты меня подставляешь-то так? Ты меня мало того жизни, ты еще и сюда приходишь меня преследовать. Вот вы зачем ее вообще привели сюда-то? Зачем ее привели вообще сюда? Скажите, хорошо спародировала. Собственно, как найти мужа? Найти мужа – это искусство. Вот такое. А удержать – это профессия. Это вы так розы спародировали? Да. Представили? Можем продолжить. Для стероидного типа личности очень характерно примеривание на себя определенной роли. Целью – получить общественное внимание. Как только данная социальная роль перестает работать и привлекать на себя внимание, истерик, не задумываясь, переключается на другую социальную роль. Для стероида не важно кем-то быть на самом деле. Для стероида важно казаться кем-то, желательно кем-то значительным. Длительное время стероидный психотип не способен выдерживать напряжение, что делает его психику достаточно слабой. В сознании мысли часто не удерживаются на одном месте, и как только проходит психологическое напряжение, мысль как бы соскальзывает в другую сторону, и стероид, если в нем не присутствуют другие уравновешивающие его типы личности, очень сложно усваивает и структурирует информацию, вследствие чего стероиды, как правило, поверхностные, но могут компенсировать данное качество умением создавать свой имидж. Следующее, что следует отметить, это завышенная самооценка стероида. Он может быть настолько уверен в своих словах, что может даже эпилептоида на секунду заставить задуматься о своей неправоте. Правда, только на секунду. Однако следует заметить, что в отличие от эпилептоида, уверенность стероида больше показательна. Внутренний он как бы в это и не верит, но внешний будет всем говорить, что он ого-го какой. В эволюционной борьбе стероид зарекомендовал себя как хороший имитатор, актер. А яркая внешность и на первый взгляд даже, а может быть не на первый, доступность представительниц слабого пола этого типа личности не оставит равнодушным многих мужчин. Именно поэтому стероидный тип личности легко находит себя в современном обществе и в современных масс-медиа. Подпишись на канал, иначе не увидишь в дальнейшем выпуске и не узнаешь, кто из знаменитостей является стероидом. А еще ты не узнаешь, как легко манипулировать данным типом личности.